Итак, наш поход продолжается. Наша команда из Москвы уже в сборе. Все сидят на... Как называется у нас корабль? Марина! А? Марина! Не, это мы находимся сейчас в Марине. Это место называется. А наш корабль как называется? Кораблик. Кораблик. Яхта, короче. Сейчас мы посмотрим, как называется. Короче, 65 человек из Москвы приехали к нам в гости. Привезли музыку, радость, смех. Поехали. Кто-то на втором этаже, кто-то здесь. Ну, сейчас мы поедем. Итак, мы проходим через под разводным мостом. Наша яхта выходит в море. Играет на гуслях. Самое лучшее. Гусли-звончики. Как ее называют, что играет? Гуслярщик. Гусляр. Гусляр, наверное. А? А ты? Гусляр. А и Янгар гуслярщик. Гусляр. Смотри, а ты тоже же Анна? А? Ты же тоже Анна? Нет, я Настя. Настя, ты тоже хорошо поешь. Я слышала, как ты поешь. Я не могу. А чей гол? Другой девочки замесла, другая девочка. А, да? Я пою лучше. А, ну ладно, тогда. А я играю на балалайке. А, ты на балалайке? Конечно. Ёлки, я же кончила музыкальную школу на балалайке. Да ладно. Да, точно. Ничего себе. Я реально играю на балалайке. У тебя балалайка здесь? Да. О, я пойду с тобой в консерваторию, и я сфотографирую. Отлично. Все. Вот видите, оказывается, возвращается все. Раньше, когда мне было 8 лет, меня сестра заставила заставку на балалайку. Ну, ума не хватило на фотографию. Да? Ой, вообще классно. Всегда у меня в кадре. Юля, как самочувствие? Отлично. Молодцы. Сейчас, конечно, мы... Вот говорят, для того, чтобы так веселиться, надо что-то принять. Видишь, она приняла чего? Лимончик, лимончик. И видишь, просто надо, чтобы было настроение. Правда? Хочу радоваться жизни, ребят. Давай, давай, иди прыгай. Ну, плавай. Анна, Ольга!
Вот наша яхта. Ну вот, сейчас трогаемся уже. Едем обратно. Все накупались. Накупались? Класс. Правда классное море? А? Интервью, да. Хорошо. Здравствуйте. Как вас зовут? Вадим. Вадим, вы откуда? Из Москвы. Из Москвы? Из оркестра. Из оркестра. На чем вы играете? На домбре. На домбре, ну. Вы закончили на балалайке. А я балалайшница, да. Ну классно вообще, так интересно. Надо обратить взор на молодое поколение. Да, вот молодое поколение. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, вы тоже откуда у нас? Из Москвы. И вы на что играете? Тоже на балалайке. Тоже на балалайке? Ёлки, ты коллега? Да, друг. Молодец. Я пойду обязательно на ваш концерт. В консерватории здесь у нас будет концерт ваш. И тоже покажу, как я играла. Надо балалайку купить. Хочу купить балалайку. Сколько стоит балалайка? На русский тысяч. От 30, наверное. 30 тысяч балалайка стоит? Да. Нифига себе, 500 баксов. Ну вот такая, самая такая. Ну нам простую такую, чтобы на стенку повешать и вспоминать детство. Ну, можно и дешевле, мне кажется. А вода здесь платная или бесплатная? Чего? Вода. Бесплатно, бесплатно. Идите, бесплатно? Пейте. А где-то здесь стоит этот у них. Сейчас найдем. Вот вода, вот. Стаканчики только в мусорное ведро кидать. Так, о. Шикарно. Кому надо водички, попейте, девчонки. תמיד טוב, אבל זה תמיד גורם לי לחשוב יום עובר וצלח הולכת לכל עצב יש גם זכות לא תמיד Arriba.
Да фотка или видео? Оно снимают уже, да? חצוצות, את לא חייבת לי כלום. Пошлите, выходим домой. Хотели, конечно, в хачатуряне его превратить. Хачатуряна? Вот не Ильича, а Харан. Вон опять. Вон упали у него. Футбол упали. Футбол был здоровый. Туда раба. Туда раба. А яких? А коль беседа, римшалом, а коль беседа. Туда. Бац лихалиха. Настя, Вася, надевайте. Настя, Вася. Настя, Вася. Все. Идем. Была хорошая прогулка по морю. Сейчас идем на обед. Все по расписанию. А? Там еще идти, говорю. Да, вот сейчас нам туда надо пройти. Сейчас минут 10. Почему ты не будешь? Так, ну что, собираемся?